Подготовка к единому дню голосования в Свердловской области идет полным ходом. На прошлой неделе завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты местного законодательного собрания и Государственной думы. Теперь одни претенденты будут собирать подписи в свою поддержку, а другие – готовить необходимые документы. На 25 депутатских мандатов, распределяемых по пропорциональной системе, на этом этапе претендуют 916 кандидатов. По одномандатным избирательным округам в избирательную комиссию Свердловской области были представлены списки кандидатов от 14 избирательных объединений. По одномандатным округам в областной парламент заявились 239 кандидатов. Из них 10 самовыдвиженцев. Это в 4 раза меньше, чем было на прошлых выборах в 2011-м. Правда, теперь одиночкам надо собрать свою поддержку в 4 раза больше подписей. По словам экспертов, именно это и отпугнуло кандидатов. В целом же конкурс среди одномандатников – 9 человек на одно кресло. По партийным спискам и того больше – 22. Большинство претендентов – около сотни представителей партии «Единая Россия». От нее же на выборы в Госдуму идут 15 свердловчан. Все кандидаты прошли предварительный отбор избирателей, получили их поддержку на праймерис. Кроме того, все партийцы идут с единой предвыборной программой, которая называется «Сила Урала». Работа организована так, что все кандидаты имеют шансы и будут стремиться одержать победу в своих округах. Это амбициозная задача, я согласен, но она не оторвана от реалий.